В настоящее время специалистами Брестского областного комитета судебных экспертиз выполняется порядка трех десятков видов экспертиз и исследований совершенно разных – медицинских, криминалистических, специальных, технических, психиатрических. За прошедший период 2018 года эксперты выдали более 27 тысяч заключений как по постановлениям правоохранительных органов, так и после обращений граждан в частном порядке. С начала текущего года в Брестской области проведено более 27 тысяч экспертиз и исследований. Как показывает статистика, наиболее востребованными среди граждан является экспертиза исследований маркировочных обозначений транспортных средств и генетическая экспертиза. Всего же в Брестской области проводится около 30 экспертных исследований, видов непосредственно. Также в экспертном ведомстве на постоянной основе анализируется потребность введения новых экспертиз. Так, с недавнего времени в нашем ведомстве ведется подготовка специалистов в области лингвистических экспертиз. В ближайшее время они начнут проводиться в Брестской области. В текущем году список видов деятельности уже пополнялся. В сентябре в ведомстве начали выполнять экспертизу радиоэлектронных устройств и электробытовой техники. Ранее для ее проведения приходилось обращаться в Минск. Сегодня проверить техническое состояние, к примеру, ноутбука или пылесоса, можно и в городе над Бугом. Что касается объектов, которые могут быть исследованы в рамках данной экспертизы, это радиоэлектронные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, ноутбуки, навигаторы, автомобильные видеорегистраторы и другие объекты. Кроме этого, это электротехнические и электромеханические приборы бытового назначения, то, что мы используем в повседневной жизни у себя дома. Основной задачей, решаемой экспертом в рамках проведения экспертизы электробытовой техники, является установление характеристик, прежде всего, представленного объекта, а также его работоспособности, обнаружение дефектов и неисправностей. И что самое важное в данном виде экспертиз, это отнесение их к производственным, то есть это дефекты завода, изготовителя, либо же эксплуатационным. Кроме того, эксперт в ходе исследования определяет, проводился ли ремонт того или иного объекта, подвергался ли он изменению или переделке и влияют ли они на его работоспособность. Но на данный момент в нашем управлении по Брестской области имеются специалисты, имеются оборудование, ожидается поставка еще современного тестового оборудования, что позволит в дальнейшем как расширить и перечень решаемых вопросов, так и круг объектов, которые подлежат исследованию. По результатам работы специалист выдает документ, который при необходимости может быть использован инициатором проведения исследования в суде, к примеру, при рассмотрении дел по реализации недоброкачественной продукции, а также для защиты своих законных прав и интересов.